Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube "Самые быстрые способы и у ч е н и я к р е с к о г о языка". С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. Как и на прошлом уроке, так и на этом уроке мы будем изучать, как спрягать глаголы для выражения настоящего времени. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво, у настоящей кореянки, не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, ребята, давайте сначала посмотрим сегодняшнюю грамматику. Соня, 지금 뭐해? 쉬어. Итак, ребята, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске написаны три стиля общения в корейском языке. Я вас хочу сначала напомнить, что в корейском языке три стиля общения часто используются. Да, вежливо неофициальный стиль, просторичный стиль и вежливо официальный стиль. Мы уже прошли вежливо неофициальный стиль на прошлом уроке, и на этом уроке мы будем узнавать, как спрягать глаголы с использованием просторичного стиля. Вот, а вы можете использовать просторечный стиль, когда вы обращаетесь к друзьям или очень близким людям. Но я вам хочу рекомендовать не использовать просторечный стиль, когда вы обращаетесь к незнакомым людям или вы обращаетесь вежливо. Вот почему? Потому что если вы сразу обращаетесь к незнакомым с помощью просторительного стиля, тогда вы можете обидеть вашего собеседника, это будет звучать как на русском тыкать, вы же не тыкаете, когда вы обращаетесь к незнакомым людям, вот то же самое, вот поэтому используйте пожалуйста просторительный стиль, когда вы тесно общаетесь с э, друзьями или с близкими людьми, вот договорились, итак поехали. А на доске написаны наши знакомые глаголы, Пуда Бокта хада. Смотреть, есть, то есть кушать или делать. Вот. И давайте посмотрим, как спрягаются глаголы. Вот. С помощью просторечного а Я на прошлом уроке вам уже сказала, что последний слог та это всего лишь окончание и всегда меняется, поэтому сначала отбросим для выражения настоящего времени. Вот. И у нас остались глагольной основой ПУ, БО, ХА. И к ним мы просто добавляем А, О, Ё. Очень просто. Тогда вы можете выразить настоящее время с использованием просторичного стиля. А, тогда, когда мы прибавляем А, и когда мы прибавляем О, и когда мы прибавляем Ё, если вы слушали мой бывший урок, то есть мой прошлый урок, вы можете сразу догадаться. Но для упражнения я все-таки объясню. Вот, договорились. Так, если глагольная основа отканчивается на гласную букву ⁇ У ⁇ или ⁇ А ⁇ мы добавляем ⁇ А ⁇ Вот. Например, берем наш глаголь ⁇ смотреть ⁇ Куда? Вот. Сначала отбросим последний слог ТА, и у нас осталась гла глагольная основа ПУ. Вот. И ПУ оканчивается на какую гласную букву? ДА. О. Так что, что мы добавляем для выражения настоящего времени? Вот. А. Так что, смотрю, смотришь, смотри, смотрим, смотрите, смотрят. Это на корейском ПУА. Вот. Но пуа со временем сталь пуа для удобного произношения. Вот. Очень легко и просто. Давайте двинемся дальше. Так что, гласная основа... Нет, глагол... Я вечно перепутаю. <laughs> Глагольная основа не оканчивается на гласную букву У или А. Это мы сюда добавляем О. Вот, например, берем наш глагол бокта. -да", и сначала отбросим «та», да", и у нас осталась глагольная основа бок. И к ней добавляем мы что? О. Почему? Потому что а, у этого слога последняя гласная это О. То есть не оканчивается О или А. Вот. Вы же уловили? Вот. Вы умница, вы гений. Я вам играю жестко, просто вот. Так что э, ем, ешь, есть, э, идите, идите и Это на корейском с использованием просторичного стиля. бог о Баго. Быстро так читается. Баго. Вот. Тогда, ребята, когда мы прибавляем я, очень легко и просто. Если гласная основа ХА, мы всегда добавляем просто Ё. Например, берем наш глаголь ХАДА. Сначала отбросим последний слог ТА, и у нас осталась глагольная основа, не гласная основа, а глагольная основа ХА. Вот. И если глагольная основа ХА, и мы просто добавляем Ё к ней мы всегда добавляем я. Вот. Так что делаю, делаешь, делай, делаем, делайте, делают с использованием просторичного стиля это хайо. Вот, это принцип. Но хайо со временем превратилось в he". Но я вам хочу рекомендовать просто запомнить, хада в просторичном стиле всегда превращается в he". Вот, договорились? Итак, давайте будем упражняться. А на доске написано глаголь жить. На корейском сальда. Вот. Тогда как спрягаются этот глаголь? Да, сначала отпросим. Последний слог та да", это всего лишь окончание. И у нас осталась глагольная основа «схаль». И сал оканчивается на какую гласную букву? Да. А. Так что, что мы добавляем? Да, а, так что живу, живешь, живем, живете, живут. А, это на корейском сал а Быстро, сара. Вот так читается. Уловили? Итак, ребята, а... посмотрим следующий глагол. Сид-та. мыть или мыться. Вот. А, сначала отпросим та, да", и у нас осталась глагольная основа сид. Uh, глагольная основа на какую гласную букву оканчивается? Та". И, то есть не оканчивается У или А. Так что, что мы добавляем для выражения настоящего времени? С использованием просторичного стиля? Да, воду умницы. О. Так что, мою, моешь, моет, мой, моете, муют. Это на корейском? Сит. О. Быстро читайте, как сисал сисал вот так. Итак, ребята, как превращается глагол пец? На корейском инфинитив дурехада. ре ха да -ре ха да вот. Я вам уже сказала, что хада всегда превращается в хе в просторительном стиле, так что дурехада ха да как превращается? Да, до ре вот, уловили. Итак, продолжим упражняться. У нас есть такое продолжение. Сегодня гостью придет, или Сегодня гостью приходит. А, об этом я попозже объясню, но все-таки сегодня гостью придет. Это на корейском уны, сон ними. Уда. Уда, это инфинитив. И уда, как превращается? Да. Уны, сун ними. Ва. Вот. Вы можете вот таким образом говорить а, с использованием просторичного стиля. Итак, давайте двинемся дальше. Ксения отдыхает. Инфинитив. Ксениянин. И как можно говорить с использованием просторичного стиля? Да. Ксениянин. Шио. Вот так. Уловили? Итак, ребята, Сергей занимается спортом. Сергей нын. Инфинитив. Ундунгада. Вот. И как можно говорить с помощью просторечного стиля? Вот. Сергей Нин. хе. Вот, ребята, уловили? Итак, ребята. На этом я заканчиваю, так что если вам понравилось общаться с этой корейской подругой либо понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, туманная, Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube Самый быстрый способ изучения корейского языка. С вами учитель корейского языка Соня. сэнсэнгним Соня В этом видео мы продолжим изучать, как спрягать глаголы для выражения настоящего времени. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайтесь и оставайтесь со мной. Итак, ребята, давайте сейчас сначала посмотрим сегодняшнюю грамматику. Соня Си, Итак, ребята, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске написаны три стиля общения в корейском языке. Вам уже хорошо известно, что в корейском языке три стиля общения довольно часто используются. Да, Вежливо-неофициальный стиль, просторительный стиль и вежливо-официальный стиль. Мы на десятом и одиннадцатом уроке уже прошли глаголы настоящего времени в вежливо-неофициальном и просторительном стиле. И на этом уроке проходим вежливо-официальный стиль. Вот, договорились? Вы можете использовать вежливо официальный стиль, когда вы обращаетесь к кому-то вежливо и официально. Например, телеведущие всегда используют вежливо официальный стиль. И, допустим, когда вы в офисе презентуете, вы тоже можете использовать вежливо официальный стиль. Вот, а тогда давайте посмотрим, как спрягаются глаголы для выражения настоящего времени. Конечно, с использованием вежливо официального стиля. Вот, для начала берем наши знакомые глаголы «бокта», «пуда». Вот, вы помните, на русский как они переводятся? Вот, умницы! Я вам и горжусь, просто восхищаюсь. Да, «бокта» на русский переводится как «кушать» или «есть», «пуда» на русский переводится как «смотреть». Да, и я вам уже сказала, что последний слог «та» – это всего лишь окончание, да, и всегда меняется. Так что для выражения настоящего времени в вежливо официальном стиле отпросим последний слог та, и у нас остались глагольные основы бог пу. Глагольная основа не меняется. Так что, чтобы выразить настоящее время в вежливо официальном стиле, мы просто прибавляем сюда к ним. Сымнида, пьемнида. Вот, уловили это все. И чтобы делать вопрос с этим глаголом, то есть чтобы спросить с этим глаголом, мы прибавляем сомника, пемника. Очень просто. А тогда вы можете спрашивать у меня, когда мы можем прибавлять сомнида или сомника, и когда мы можем прибавлять пемнида или пемника. Вот, очень просто. Uh, например, глагольная основа оканчивается на БАЧИМ. когда в случае когда uh, глагольная основа оканчивается на БАЧИМ, мы к ней прибавляем смнита. И когда мы делаем вопрос с этим глаголом, мы прибавляем смника. Вот. Например, берем наш глагол бокта, то есть кушать, да? И я вам уже сказала, что последний слог та это всего лишь окончание. Так что, чтобы выразить настоящее время, сначала отбросим. И у нас осталась глагольная основа бог. Бог. И основа бог оканчивается на бачим. Так что, что мы прибавляем? Чтобы говорить на корейском, ем, ешь, «есть», «идим», идите, едят. Это на корейском. Вежливо официально в селе. Боксемнида. Боксемнида. Вот так. Уловили? Очень легко и просто. Да, и чтобы делать вопрос с этим глаголом, то есть, чтобы спросить uh, с этим глаголом, мы прибавляем смника. Вот. Так что, uh, ем, ешь, есть, идим, идите, едят. Это на корейском БОКСЫМНИКА – то же самое. Вы просто можете поднимать э, интонацию к концу, вра, к концу предложения. Вот, боксемника, боксемника, вот так, вот. А, например, я ем, да и я ем. Это на корейском, боксемника, вот так. Уловили? Итак, давайте двинемся дальше. А тогда, когда мы можем прибавлять пимни, да или пимника, вы же догадались? Да. Умницы, очень просто. Если глагольная основа не оканчивается на подчим, мы просто прибавляем да или пимника. Вот. Например, берем наш глаголь ПОДА, и сначала отбросим, окончание Та. Да", и у нас осталась глагольная основа пу. Да. Пу оканчивается не на Так что, что мы добавляем, чтобы говорить? На корейском смотрю, смотришь, смотри, смотрим, смотрите, смотрят. Это на корейском. Вижу в официальном стиле. Пумнида. да. Вот. Очень просто. Чтобы делать вопрос с этим глаголом, что мы добавляем? Пимника. Так что смотрю, смотришь, смотрит, смотрим, смотрит. Смотрите, смотря. Это на корейском. Пумника. Пумника. Вот так. Поднимайте интонацию к концу предложения. То же самое, как в русском языке. Пумника. Пумника. Вот так. Уловили? Итак, ребята, давайте будем упражняться. Uh, ребят, на доске написано глагол идти. когда, И как спрягаются этот глагол? Да. Для выражения настоящего времени. Конечно, в вежливо официальном стиле. Вы не пытайте. Вот. Uh, Сначала отбросим последний слог та. И у нас осталась глагольная основа ка. Вот. Ка оканчивается. Да. Не на так что, что мы добавляем, чтобы говорить? Иду, идешь, идем, идете, идут. Что я пропускала? Да, идут. Ну, допустим. Да, это на корейском. Вижу в Камни стиле. Камнида. Камнида. Почему? Потому что мы просто прибавляем пивнида. Да. Камнида. Камнида. Вот, вы уловили. И что вы делаете с этим глаголом? Вопрос. Что мы прибавляем? ДА. ПИМНИКА. Вот, так что КАМНИКА, КАМНИКА, -ka, это вопрос. Вот, вы уже уловили? Вот, да, умницы. А, продолжим упражняться. Тогда, ребята, у нас есть такой глагол Ита. Ита. Вот, иметь или находиться. Мы уже прошли. Вот, И чтобы спрягать этот глагол, что мы прибавляем? ДА вместе делаем. Да, сначала отпросим да, и у нас осталась глагольная основа и да. А, так что, чтобы выразить настоящее время, вижу в официальном стиле, что мы добавляем? Сымнида. Да. Так что имею, имеешь, имеет, имеем, имеете, имеют или нахожусь, находишь, находит, на, находится, Uh, находим, находимся, находится, это на корейском. из семнида. Вот так. И чтобы делать вопрос с этим глаголом, чтобы спросить с этим глаголом, что мы прибавляем? Да. Сымника. Так что из из сымника будет. Вот, вы уловили? Так просто. А, давайте двинемся дальше. А, тогда, ребята, у нас есть такой глагол: пеуда, пеуда, учить. А, сначала отпросим та, да", и у нас осталась глагольная основа пеу, пеу пе и пеу оканчивается на подчим или не на бачим. Не на Если не оканчивается глагольная основа не оканчивается на бачим, что мы прибавляем? Да, умницы, пим не да. Да, так что учу, учишь, учить, учим, учите, Учат это на корейском вишлевопитаном силе пеумника. Пеумнида. Вот так. Очень просто. И чтобы делать вопрос с этим глаголом, что мы прибавляем? Пиумника. Так что учу, учишь, учить, учим, учите. Учат это на корейском. умника будет. Вот, очень просто. Тогда, ребята, как будет на корейском? М -м, мою, моешь, моет, мой моете, моет. Вот. Очень просто. А, давайте посмотрим глагол инфинитив. Сита. Это мыть, это мыться на корейском. А, и чтобы спрягать глагол, что мы прибавляем, вместе с сделаем. А, сначала отпросим та последний слог, и у нас осталась глагольная основа сит. Да. И сид оканчивается на чем? Да, вы умницы. Так что, что мы прибавляем? Да. Сымнида. Вот. Так что, моешь, мой, 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 уют Это на корейском. Сисымнида. Сисымнида. Очень просто. И чтобы делать а с этим глаголом вопрос, что мы прибавляем? Сымника. Вот, так что мою, муешь, моет, моя. Такие вещи это на корейском. Системника будет. Вот, очень просто. А, тогда, ребята, как будет на корейском делаю, делаешь, делаем, делаем, делают делаю. делаю такие вещи в вежливо официальном стиле. Сначала берем инфинитив. Хада, хада, вот. И сначала отбросим окончание да, и у нас осталась глагольная основа ха. Вот. Ха оканчивается не на батчин". Так что, что мы добавляем? Да, умница. Пьем -эм не да. Так что, делаю, делаешь, делаем, делают. делают, это на корейском. Хамнида. Хамнида. И что вы делаете вопрос с этим глаголом, чтобы спросить с этим глаголом, что мы прибавляем? Пимника. Так что хамника, хамника будет. Вот вы уловили? Вот. Продолжим упражняться. А, тогда, ребят, пец дуре Как превращается? Вот то же самое, как хада. Вот. Сначала отбросим, да, и у нас осталась глагольная основа дуре ха. Дурэ, ха". И ха оканчивается не на ватчим. Так что, что мы добавляем, чтобы выразить настоящее время? Пьемнида. Да. Так что, а пою, поешь, поет, поем, поют, поют. <laughs> Это на корейском дурехамнида. Вот. И вопрос с этим глаголом, как можно создавать? Да. Дурехамника будет. Вот, очень легко и просто. Ну, ребят, у нас Uh, маленькое исключение. Я вам уже сказала, что мы прибавляем СЫМНИДА или СЫМНИКА, когда глагольная основа оканчивается на БАЧИМ. Но есть исключение. Uh, если глагольная основа оканчивается на согласную букву ли, мы прибавляем пемнита -да", Вот. Uh, берем глаголь жить. Это на корейском схлета. 살다, вот. То же самое сейчас, обращайте внимание на меня. Сначала отбросим, да. И у нас осталась глагольная основа саль. Хотя глагольная основа оканчивается на «батим». Последняя согласная буква это «лиль». Так что «лиль» исчезает. При этом здесь лир исчезает. И мы просто прибавляем пи -эм нида или пьев -эм -ни Вот. Так что живу, живешь, живет, живем, живете, живут. Это на корейском самнида. Самнида. Риль исчезает. Вот. И когда вы делаете вопрос с этим глаголом, вы можете прибавлять пьемника. -эм так что САМНИКА – это вопрос будет. Вот, уловили? Давайте будем упражняться. А, у нас есть такой глагол БАНДЫРДА – делать или создавать. Вот, а, и сейчас как этот глагол спрягается? Вместе сделаем. Вот, сначала отбросим последний слог ТА, да", это всего лишь окончание, и у нас осталась глагольная основа БАНДЫРДА. Хотя глагольная основа оканчивается на баджим, это исключение. Последняя согласная буква это риль. Так что мы прибавляем пим-ни-да -эм или пимника. -эм вот. При этом риль исчезает. Вот. Так что делаю, делаешь, делай, делаем, делайте, делают. Это на корейском мандыб нида. Мандым нида. Мандым -ни -да". Манды -ни -да". Манды -ни да Вот так. И вопрос, мандемника, мандемника будет. Вот уловили, буду вот, умница. Тогда вместе прочитаем эти предложения. У нас есть такое предложение, а, у вас есть вопрос, то есть вопрос имеется. А дословно так переводится, но это инфинитив. и та. Как можно делать вопрос на корейском? Вот. 씨름은 Исмника вот в вежливо официальном стиле. И ответ будет Аню Тильмун. Опта. Нет. Нет вопроса. Это на корейском. Аню Тильмун. ОПСЫМНИДА? Аню Тильмун. Обсемнида. Вот, уловили? Давайте двинемся дальше. И у нас есть такие продолжения. Вы уже видели. Ундунгада. Бейр ундунгада. Бейр каждый день. И ундунгада это заниматься спортом. Это инфинитив. Как можно делать это предложение попросительным? Вот. Бейр ундунгамника. Вот так. И ответ будет. Бейр. Бейр ундунгада. Вот это инфинитив. Как можно превращать ундунгада? Ундунгамнида. Бейр ундунгамнида. Вот так, уловили? Итак, ребята, тогда на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддерживать меня лайком. Так что, целую, туманная нян. Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка соня в этом видео мы с вами будем проходить винительный падеж в корейском языке так что если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно красиво у настоящей кореянки, то не переключайте и оставайтесь со мной итак ребята давайте сначала посмотрим сегодняшнюю грамматику Соня, и 마셔요? 마셔요. Итак, ребята, вы видели? Тогда посмотрите пожалуйста на доску. На доске написано окончание лиль. С добавлением окончания Л к имени существительному вы можете указать кого что на корейском. Давайте приведем два примера. Есть такое предложение сараниу. Вот а это предложение дословно переводится как «я младшего брата» или «младшую сестру люблю». Вот. И в этом предложении с добавлением окончания «ль» к имени существительному «тунгсен» указывают «кого я люблю». Вот. И есть такое предложение «цанын копирил башаю». Вот. Дословно переводится как «я кофе пью». Вот. И в этом предложении с добавлением окончания «р» к имени существительному копи указывают, что я пью. Вот уловили? Очень просто. А тогда вы можете сразу спрашивать у меня, а когда мы можем прибавлять окончание «р» и когда мы можем прибавлять окончание «р». Вот очень просто. Я на этот вопрос отвечу. Вот если слово, то есть имя существительное оканчивается на подчим, то мы прибавляем окончание «ыл». А берем наше предложение «цонын тунгсэнгэл сарангэю». Вот, в этом предложении слово «тунгсэнг» обозначает «младший брат» или «младшую сестру». А если вы не знаете, как называть членов семьи на корейском, я под видео оставила ссылки на видео, вы можете посмотреть. И слово «тунгсэнг» оканчивается на так что, как можно поставить тунгзэнг в винительный падеж? Да, мы прибавляем окончание «ль». Так что, младшего брата или младшую сестру, это на корейском тунгзэнг тунгзэнг Вот, очень просто. Если слово, то есть имя существительное, оканчивается не на бачи, то мы прибавляем окончание «рыль». Вот, берем наше предложение Санен Я кофе пью. И в этом предложении kopi обозначает кофе. Да. И слово копи оканчивается не на бачи. Так что, как можно поставить копию в минительный падеж? Да, мы прибавляем окончание «ры». Так что кофе это на корейском копир. Вот. Очень просто. Только, ребята, я вам уже много раз говорила, что в корейском языке глагол всегда в конце предложения находится. Поэтому вам нельзя говорить вот таким образом: 저는 Вот. А, вам необходимо говорить: 저는 копили 마셔요. Глагол всегда в конце предложения находится. Вот. Договорились? Итак, давайте будем упражняться. А, у нас есть такое слово: тек. Книга. Как можно поставить книга, то, то есть тек, в нити падешь. Да. Слово чек оканчивается на подчим. Так что какое окончание мы прибавляем? Да. Ль". Так что книгу, это на корейском тегль. Быстро читается как тегль. Вот, уловили? Очень просто. И у нас есть такое слово фильм. На корейском Янгуа, Янгуа. И как можно поставить Янгуа в винительный падеж? Да. Мы прибавляем окончание Р. Почему? Потому что Янгуа оканчивается не на ваче. Так что фильм это на корейском Янгуа Очень просто. И у нас есть такое слово корейский язык. На корейском Хангук О. Хангук Вот. Это слово мы уже прошли, на самом деле, это тоже под видео оставила ссылки видео, вы можете посмотреть. Хангуго. И как можно поставить хангуго в винительный падеж? Да. Хангуго оканчивается не на ватчим, так что какое окончание мы прибавляем? Да. Ры. Хангуго рыль. Вот так, уловили? И у нас есть такое слово и да. И да, это на корейском Эмсик. Вот. И слово эмсик оканчивается на подчин. Так что, какое окончание мы прибавляем? Да. Ыл. Так что, иду, это на корейском. Эмсик. И быстро читается как эмсик. Вот. Уловили? Очень просто. Итак, вместе сделаем предложение. У нас есть такое предложение. Пью кофе. Uh, в корейском языке подлежащее, особенно я, часто опускается. Так что кофе пил, дословно так приводится. Это на корейском копи. Машаю. Какое окончание нам нужно прибавлять? Копи копи Вот слово копи оканчивается не на чем, так что Копиры, башаю, верно. Вот. И у нас есть такое предложение: господин Чонгук смотрит фильм. Это а, слово переводится: господин Чонгук фильм смотрит. Так. Вот. Порядок слов разные, так что господин Чонгук фильм смотрит. Вот. А, как можно говорить это на корейском? СИНЫН <говорит> 영화 봐요, 영화, вот ребята слово я оканчивается не на бочим, так что верно вот очень просто и у нас есть такое предложение: госпожа вера учит корейский язык вот а нет госпожа вера корейский язык учит вот парадокс слов вот такой верный вот и да это на корейском перасинин. Хангуго. Певаю верно. Да. Почему хангуго оканчивается не на бачин? И у нас есть такое продолжение. Госпожа Настя ВТС любит. Вот. Да. ВТС на корейском читается как ПТС. Вот. И вместе сделаем предложение. 나스자 씨는 РЫ Вот. Почему? Потому что слово BTS оканчивается не на бачим. Да. Так что мы прибавляем рыль, окончание рыль. Вот. Уловили? Очень просто. Вы уже привыкли, да? И у нас есть такое предложение. Госпожа Соня Э, шашлик. Шашлик ест. Шашлик кушает. Вот. А, как можно говорить это на корейском? Суня-синин. Шашлик. Шашлик оканчивается на чем? Так что какое окончание мы прибавляем? Да. Ы. Суня синин. шашлик Вот. Уловили? Очень просто. Тогда, ребята, я вас прошу, что вы пьете? Вот. Это на корейском. Буосы. Башаю. Вот так. Или вы, вы можете спрашивать вот таким образом. Бомашаю. Слово бо это сокращенный вариант восы. Вот. Так что бомашаю тоже верно. И в Корее тем краче чем короче, тем лучше. Так что бомашою чаще употребляется. Вот. бумашаю, бомашою или босельбашою. Вот так. И вы хотите отвечать, допустим, сок. Тогда как можно говорить это на корейском? Чусыры пашаю. Сок это на корейском чусы. Мы уже прошли. Да. И если вы хотите отвечать, я, я спрошу сначала. Бо машаю? Вы хотите отвечать? Кулу. Это на корейском. Кула. Это на корейском. Кула. Так что. Кулары башаю. Вот так. И если вы хотите отвечать, зеленый чай. Сначала я спрошу. Бо машаю? И вы хотите отвечать зеленый чай. Это на корейском? Дукца. Дукца. Да. Так что вы говорите на корейском? Бомашаю. Дукцари. Башаю. Вот так. Уловили? Очень просто. Сейчас я вежливо дня специально в стиле спрашиваю. Да. Вот. Тогда у нас есть э, черный чай. Черный чай. Это на корейском хунгца. 홍ча, да, помните? Да, тогда я спрошу, а, что вы пьете? Бома и вы будете отвечать. Хункчары, башаю. Вот так, уловили? Так просто, вы умницы, вы уже умеете говорить по-корейски. Я вам играю. Только, ребята, у нас маленькая тонкость. Это что? А, в обычной разговорной речи окончания ль -ль часто опускаются. Почему? Потому что в Корее чем короче, тем лучше. Вот. Поэтому вы можете и таким образом говорить. Вот. А, мы уже прошли эти предложения, так что чек или вместо чек или вы можете говорить чек или -го Вот. В книгу читаю. 이 г о с п о и н Чонгук ф и л ь м смотрит. Чонгук씨는 영화를 봐요. в мы с тобой п р л е м о т говорить т к и м о а о м Чонгук씨는 영화 봐요. Чонгук씨는 영화 봐요. Вот 이, 나, мы уже прошли. р а с и 한국어를 배워요. Вот. г с п а и р а корейский язык учит. Вот, вместо этого предложения вы можете говорить и таким образом. Вот, и это предложение тоже верно. Дасча Вот так. И это предложение тоже верно. Соня Вот так, уловили? Итак, ребята, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, туманная, Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube "Самый быстрый способ обучения корейского языка". С вами учитель корейского языка. Соня, 안녕하세요 한국어를 배우는 가장 빠른 방법 한국어 선생님 소냐입니다 в этом видео с вами будем проходить окончание места действия. Так что, если хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, ребята, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. Соня, си, 어디에서 밥을 먹어요? 식당에서 밥을 балкою. Итак, ребята, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске написано окончание ЭСО. ЭСО. ЭСО присоединяется к имени существительному и указывает на место действия, которое глагол обозначает. Давайте приведем пример. У нас есть такое предложение. Сиктанесо. Пабль Вот. В этом предложении окончание эсо присоединяется к имени существительному сиктан, то есть э, ресторан, столовая или кафе «сиктанг», и указывает, где я ем. Вот, уловили? И инфинитив паблибок, -баб", да? На самом деле, дословно переводится как рис есть, но в Корее имеет значение это просто есть, вот, кушать или как. Завтракать, иногда обедать, иногда ужинать. Вот, вот такое значение. Огромное значение имеет. Вот, и у нас есть такое предложение: 도서관에서 Вот. Это предложение дословно переводится как "В библиотеке учу". Вот. И в этом предложении а, окончание -서 присоединяется к имени существительному. 도서관, то есть библиотека. 도서관 это на корейском на русском библиотека и указывает, где я учусь. Вот, уловили? Легко и просто. Итак, ребята, давайте будем упражняться. У нас есть такое слово 영화관 uh, Яунхуакуан. Кинотеатр. И как можно говорить на корейском в кинотеатре? Легко и просто. 영화관에서 Эсо. Эсо. Легко и просто. Давайте двинемся дальше. Тогда, ребята, как можно говорить в кафе? Сначала кафе, это на корейском. Капе. Мы уже прошли. А, хотя капе пишется как капе, но читается как капе. Почему? Потому что большинство корейцев так произносят. Вот. Капе. Капе. Вот. А, и как можно говорить в кафе? Легко и просто. Вы можете говорить КАПЕЭСО. КАПЕЭСО. Вот. Легко и просто. Тогда, ребята, как можно говорить в универмаге? Сначала универмаг. Универмаг это на корейском ПЕКВАДЗОМ. ПЕКВАДЗОМ. Вот. И в универмаге ПЕКВАДЗОМЕСО. ПЕКВАДЗОМЕСО. Вот. Быстро читайте как ПЕКВАДЗОМЕСО. ПЕКВАДЗОМЕСО. Вот, уловили? И у нас есть такое, такое слово Россия. Мы уже прошли. Россия это на корейском Россия. Россия. Как можно говорить в России? В России это на корейском Россия эйсо. Россия Россия -э 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 Вот, умницы. Вы уже угадали? Тогда как можно говорить в парке? Сначала парк это на корейском кон. И в парке. Кумонессо. Кумонессо. Легко и просто. А тогда, ребята, как можно говорить в кино, фильм смотрю? Но так переводится. Попробуй. Яумхаакуанессо. Яумхааре паю. Сейчас вишлева неопециально в стиле. Я разговаривала. Вот. Яумхаакуанессо. Яумхааре паю. Очень просто, да? А давайте двинемся дальше. Тогда как можно говорить в кафе ⁇ пью»? Очень просто. Сначала в кафе Кафе, капе-са ⁇ Копи-рыба-са Вот так, уловили? Тогда как можно говорить в универмаге ⁇ шоп ⁇ Легко и просто. Сначала в универмаге ⁇ это на корейском ⁇ капе-са или просто, да? Так замесал И у нас есть такое предложение. ВТС в России выступает. То есть, ВТС в России дают концерт. Как можно говорить это на корейском? ПТС га Россия-эсо Вот. Тоже в вежливо неофициальном стиле я сказала. ПТС га россия вот уловили тогда продолжим упражняться я вас спрошу где ты сейчас учишься где ты учишься то есть я спрошу с использованием просторичного стиля и вы будете отвечать в школе учусь как можно говорить на корейском? Слова на доске все написаны. Вот. Вот, друзьями или близким людям так можно говорить. Вот, давайте двинемся дальше. А, тогда я вас прошу вежливо о официальном стиле. Тигым. Одиеса ундугамника. И вы будете отвечать Ведь в фитнес-клубе занимаюсь спортом. Вот, попробуем. Ундугамнида. Хесек лобесо ундугам да. и просто. Только ребят, у нас маленькие исключения. Это что? Первое исключение это глагол ита-опта. Находиться и не находиться. На самом деле мы уже прошли. Вот глагол ита-опта управляется не окончанием э а окончанием э. Вот. А если вы хотите подробно учить эту грамматику, я под видео оставила ссылки видео, вы можете посмотреть. И давайте двинемся дальше. А второе исключение это глагол ⁇ жить ⁇ На корейском ⁇ сайда ⁇ Сайда ⁇ Вот. Глагол ⁇ сайда ⁇ используется как и с окончанием ⁇ ЭСО, так и с окончанием ⁇ э ⁇ Вот. Давайте приведем пример. Например. 아, 여가자스타니시죠 이때 브레드존이 좀 유심을 많이 배정한 씨리에 저는 카자흐스탄에서 살아요. 저는 카자흐스탄에서 살아요. Вот. 이 무엇이죠? 이때 어브로준그베릿 저는 카자흐스탄에 살아요. 저는 카자흐스탄에 살아요. Вотак у в так легко и Тогда на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую, туманэо, аньян! Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня, so 안녕하세요 한국어를 배우는 가장 빠른 방법 한국어 선생님 소냐입니다 so Мы в этом видео с вами будем проходить окончание направления в корейском языке Так что, если хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки то не переключайте и оставайтесь со мной Итак, ребят, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику Соня, so си ОДИЕ КАЮ? Итак, ребят, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске написано окончание «э». Окончание «э» присоединяется к имени существительному, которое обозначает «место», и одновременно, как правило, сочетается с такими глаголами, как «када» и «ода». Хада на русский переводится как идти или ехать. И уда на русский переводится приходить или приезжать. Вот. И таким образом окончание э указывает место назначения или направление. Уловили? А давайте приведем пример. У нас есть такое предложение. Пекуазаме каю. Иду в универмаг или ъед... еду в универмаг. Вот. В этом предложении окончание «э» присоединяется к имени существительному «пэкуадзам», то есть «универма», и указывает, куда я иду или куда я еду. Вот, уловили? Легко и просто. Итак, ребята, давайте будем упражняться. У нас есть такое предложение «госпожа Аня идет в школу» или «едет в школу». Вот. Как можно говорить это предложение на корейском в неописанном стиле? и просто. На доске написано все слова на корейском. И вместе сделаем. Вот. Сначала. Госпожа Аня. Аня Сика. Хокьо школа. Мы уже знаем. Потом добавляем. Э. Потом вижу в стиле. Каю. Аня Сика. Хокьо Э. Каю. и просто. Ребят, уловили? Давайте отменимся дальше. Тогда, ребята, как можно говорить, друг или подруга приезжает в Россию? Вот. Это продолжение тоже просто. Как можно говорить, это продолжение вежливо неофициальном силе. Вот. Вместе сделаем Цингука. Россия. То есть Россия. Э. Ваю. Цингука. Россия. Ваю. Друг приезжают в Россию. Легко и просто. Давайте двинемся дальше. Тогда, ребят, как можно говорить, госпожа Лиса едет в кино или идет в кино, 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 или кинотеатр? Вот. Это предложение на корейском. Вместе делаем Лиса Сика. Янхуа Гуане Каю. Легко и просто. Ребят, как можно говорить тогда, Uh, госпожа Соня, вы приезжаете на вечеринку? Вот, или приходите на вечеринку, это предложение тоже легко и просто. На доске написано все слова. Мы сделаем Соня си пати э ваю. Вот, легко и просто. Соня си пати -э -ваю". Вот, вот это вопрос, так что поднимается к концу, к концу предложения интонацию. Сунаши подчеваю. Вот, легко и просто. Только, ребят, как и в русском языке, так и в корейском языке существуют разные глаголы и движения. Например, тырода, тырогада. Вот это уходить. И дауда, тагада, это выходить. И регулярно ходить куда-либо. Это танида. Вот и возвращаться тураута турагада. Вот, на самом деле эти глаголы тоже сочетаются с окончанием э. Но мне кажется, для начала вам трудно запомнить все эти глаголы. Поэтому я вам рекомендую сначала запомнить э када э так как это часто используется. Вот. Итак, ребят, продолжим упражняться. Тогда я вас спрошу, куда идете или куда едете в вежливо неописанном стиле на корейском. Одиегаю. Одиегаю. И вы будете отвечать, еду в аэропорт. друг или подруга приезжает в Россию. Вот это предложение. Кунгане. Каю. Цингуга. Ваю. Вот, легко и просто. Тогда я вас еще раз спрошу. И вы будете отвечать, еду на концерт. БТС приезжает в Москву. Это на корейском? Кунсатуе. Каю. Ваю. Итак, ребята, легко и просто. Только, ребят, у нас маленькая тонкость. Это что? В Корее тем короче, тем лучше. А, так как корейцы предпочитают короче говорить, окончание «э» часто опускается. Например, вы можете и таким образом говорить «Цингука, Россия, или «Питьесыка, -э Москва, Вот так, уловили? Но не всегда пускается окончание «э», так что вы не думайте, что зря вы выучили. Вот. Итак, ребята, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, туманная Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 빠른 방법! 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы будем проходить временный показатель «э». Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво, у настоящей кореянки, то не приключайте и оставайтесь со мной. Итак, ребят, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. <связывающий> Соня -си, -ре -ре -гаю. Итак, ребят, вы видели? Тогда посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске написано окончание «э». Как и на прошлом уроке, так и на этом уроке мы проходим окончание «э». Вот, только, ребят, сегодняшнее «э» играет другую роль в предложении. Какую роль играет? Вместе посмотрим. Ребят, сегодняшнее «э» присоединяется к словам с временным значением и указывает время, когда происходит то или иное событие. Уловили? Давайте приведем пример. У нас есть такое предложение в субботу. Еду на вечеринку. На вечеринку иду или еду. Вот, каю. Вот в этом предложении окончание э e присоединяется к слову тою, то есть суббота, и указывает, когда я иду или еду на вечеринку. Вот, уловили? Легко и просто. А, тогда у нас есть такое предложение чумаре, шиаю. Вот, на выходных отдыхаю. В этом предложении окончание «э» также присоединяется к слову «чумаль», то есть «выходные», и указывает, когда я отдыхаю. Вот, уловили легко и просто. Тогда давайте будем упражняться. Ребят, как можно говорить в воскресенье в церковь иду, или еду? Вот, вместе делаем. Сейчас мы будем говорить в вежливо неофициальном стиле. Поехали! 일요일에 교회에 каю. 그리고 просто. 프로스타. 일요일 это воскресенье. Если вы не знаете, как называются дни недели на корейском, я под видео оставила ссылки видео, вы можете посмотреть. И давайте двинемся дальше. Тогда, ребят, как можно говорить, господин Андрей утром занимается спортом? А на доске написано все нужные слова, так что вынести, снять стесняйтесь говорить вместе делаем. Вот. Андрей Синен. Атиме ундунгл хею. Вот. Андрей Синен. Атиме ундунгл хею. Легко и просто. Атим это на русском утро. Так что утром это на корейском. Атиме. Атиме. Легко и просто, да, ребят? Тогда, ребят, как можно говорить, госпожа Алима, встает в 7 часов. Вот, вместе делаем. Алима синен или иронаю. Вот. Как вы знаете, в корейском языке глагол всегда в конце предложения находится. Вот. Уловили? Алима синен или гупсие иронаю. Вот, ребят. Тогда продолжим упражняться, вы сейчас хотите у меня спросить... У вас есть премия пятницу? Это продолжение, как можно говорить на корейском. Вместе сделаем. Кумюире. Сигани сою. Легко и просто, так как вы же знаете, у вас есть, это на корейском, и сою. Вот. Если вы не знаете это выражение на корейском, я под видео оставила ссылки видео, вы тоже можете посмотреть. Так что у вас есть время пятницу, это на корейском. Кмюйре сигани стою. Вот так. Тогда я на этот вопрос вот таким образом отвечу. Да, есть. Пятницу, давайте вместе посмотрим фильм. Это на корейском. Не и стою. Кмюйре кати Вот так. Давайте вместе посмотрим кино я хочу. Вот. А давайте отменимся дальше. Тогда я сейчас хочу спросить вас, когда вы ложите спать. Это на корейском. Он дзяю. Он дзяю. Вот так. На самом деле, хотя он дзяю дословно переводится на русский, когда спите. но это предложение имеет смысл, когда вы ложите спать, вот так. Уловили? Тогда uh, uh, сейчас вы будете отвечать um, В 11 часов ложусь спать Это на корейском Легко и просто Только, ребят, у нас маленькие исключения Это что? Окончание «э» не используется с такими словами, как ОДЕ, ВЧЕРА уныль СЕГОДНЯ ДЕЙЛЬ, ЗАВТРА Тигым теперь из вопросительным словом онде, когда вот Давайте посмотрим на пример, который мы уже прошли. Когда вы ложите спать он ЗАЮ в этом продолжении он когда не используется с окончанием э. Вот. Уловили? Вот. И если вы предложение содержите несколько слов, которые сообщают информацию о времени, то окончание «э» присоединяется к последнему из них. Вот, давайте приведем пример. А у нас есть такое предложение. Давайте встретимся в 11 часов 59 минут 31 декабря следующего года. Вот, вот это предложение на корейском. 내년 12월 Йорханси, Усип Вот это предложение верно. Но вам нельзя говорить... Беньоне, Сибиоре, Фам Сибирире, Паме, Йорханси, Усип Кубуне, Вот это слишком длинно. Вот. Так что окончание Е «э» присоединяется к последнему из них. Вот. Уловили? и просто. Кстати говоря, месяц, число, время и слова на тему время обстоятельства мы уже все прошли. Так что я под видео оставила ссылки на эти видео, вы можете посмотреть. Так что на этом я заканчиваю. Ребят, так что если вам понравилось общаться с этой корейской подругой или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, туманная, ня! Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube самый быстрый способ изучения корейского языка. С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 Соня입니다. В этом видео мы с вами будем узнавать, как склонять прилагательное для их использования в качестве сказуемого. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. So -si, -yo? -yo, -yo. Итак, друзья, вы видели? Тогда для начала, что такое прилагательное? Прилагательное ⁇ это, конечно, слово, которое обозначает свойство или качество предмета. Например, у нас есть такие предложения ⁇ небо красивое, ⁇ комната чистая ⁇ и да, вкусная, ⁇ погода хорошая ⁇ Вот в эти предложения ⁇ красивое, ⁇ чистая ⁇,⁇ вкусная ⁇,⁇ хорошая ⁇ и являются прилагательными. Тогда, что такое глаголь? Глаголь ⁇ это слово, которое обозначает действие или какое-то состояние предмета. Например, у нас есть такие предложения «Есть хлеб», «Убрать комнату», «Идти в школу», «Читать книгу». Вот в этих предложениях «Есть», «Убрать», «Идти», «Читать» являются глаголами. Только, друзья, в корейском языке прилагательные нередко играют очень схожую роль с глаголами. Почему? Потому что в корейском языке в качестве сказуемого могут быть использованы не только глаголы, но и прилагательные. Иными словами, корейские прилагательные довольно часто используются для выражения состояния подлежащего. Улавливайте! И во-вторых, Корейские прилагательные тоже склоняются по стилям речи и по временам, как глаголы. Вот, Улавливаете? Давайте вместе разберемся. У нас, например, есть такие прилагательные: цакта, кхда, кектада. Вот. Видите, даже по внешности похожи на глаголы. Надеюсь, чтобы вы смогли помнить базовые формы глагола. Если не помните, тоже ничего страшного. Продолжим. Сакта, кхда, кеккутада. Вот эти они вазовые формы прилагательных, то есть словарные формы прилагательных. И соответственно переводится на русский как маленький, большой и «чистые». Вот, без они все оканчиваются на слог та, как глаголы. Вот. И чтобы использовать их в качестве сказуемого, то есть, в речи вам необходимо склонять их по стилям речи и по временам, как глаголы. Вот, влавливайте. Вместе попробуем. И перед тем, как э, склонять эти прилагательные, я вам хочу напомнить, что в корейском языке три стиля общения часто используются. Это что, дорогие друзья? Вот, умница, я вам очень-очень горжусь. Вот, вежливо-неофициальный стиль, во-первых. Во-вторых, просторичный стиль. В-третьих, вежливо-официальный стиль. Давайте сначала посмотрим вежливо-неофициальный стиль. Чтобы говорить вежливо и неофициально с использованием прилагательных, вам необходимо склонять прилагательных вот таким образом. Вот, берем наши прилагательные 작다, 크다, Вот. А, как и глаголы, такие корейские прилагательные тоже состоят из основы и окончания. Надеюсь, чтобы вы смогли догадаться, что является основой, что окончанием. Вот. Не помните, тоже ничего страшного, продолжим. Вот. Последний слог та ⁇ это всего лишь окончание. Поэтому всегда меняется. Но так к та, да", которые находятся перед слогом та, да", они основы прилагательных. То есть корни, корни прилагательных, они не меняются. Вот. Поэтому, чтобы использовать эти прилагательные в качестве м, вежливо неофициальном стиле, то мы сначала отбросим последний слух та. Тогда у нас остались так-к-к-та. Вот. И к основам, к этим основам мы прибавляем аю, ою, яю Соответственно, вот. Легко и просто. Тогда вы можете сразу спросить у меня, а когда мы можем прибавлять аю, когда ою, когда йою. Отвечу сейчас и просто. Внимание! Если основа оканчивается на гласную букву У или А, то мы к ней прибавляем Аю. Аю. То есть, если, конечно, гласная А или О, мы к ней прибавляем Аю. Вот. Давайте двинемся дальше. А тогда, если гласная буква не... Конечно, гласная не А или О, то есть основа не оканчивается А или О, то мы к ней прибавляем ОЮ ою, вот, а, берем наши прилагательные, КДА когда, это базовые формы прилагательных, вот, а, сначала отпросим окончание та, да", и у нас осталась основа к, к, вот, и сюда мы прибавляем какое окончание, вот, ою, почему? потому что основа к не оканчивается на гласную букву У или А. Вот. Так что большое, большая, большое, большие, вежливо не официальном стиле. Как будет на корейском? Вот. К О Ю. К О Ю. Улавливайте. Вот умницы. Но К О Ю со временем стало Кою. Почему? Потому что для удобного произношения вы сами попробуете быстро говорить кою, 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 кою. Со временем автоматически стал кою. Вот запомните, когда Вежливо, неофициально, неофициальном стиле кою, кою. Вот, легко и просто тогда, когда мы прибавляем окончание ЙОЮ. Вот, посмотрим. Берем наши прилагательные, базовую форму прилагательного КЕККЕТАДА. Я вам уже сказала, что ТА это всего лишь окончание. Поэтому сначала отбросим, чтобы использовать это прилагательное в вежливо неописанном стиле. Вот, и у нас осталась основа кекетха кекета. Вот корни корни, глагол, корни прилагательного. Вот кекета. Вот и сюда мы прибавляем яю, яю. Так что кекета ю это чистое, 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 чистое вежливо неофициальном стиле на корейском. Вот, улавливаете? Но, как вы уже догадали, мы, мы же видели в глаголе. Вот. Кекетхайою со временем превратилась в кекетхею. Но мне кажется, это немножко сложно запомнить. Этот принцип немножко трудно запомнить, поэтому я вам рекомендую, что окончание хада вежливо Неофициальном стиле всегда превращается в хейю. Hey вот, как глаголы. как тогда Вежливо неофициальном стиле. Кектаю. Вот так. Улавливайте. Умницы. Тогда, друзья, давайте будем упражняться. Друзья, как можно спросить госпожа Соня, у вас комната большая? Вот. В это предложение на корейском на доске все написано. Вот суня си пани когда. Вот когда это базовая форма прилагательного, так что вежливо не официальном стиле как можно склонять это прилагательное. Попробуем суня си пани кою. Вот так ловливается легко и просто. А почему? Потому что а, к да сначала отбросим окончание та, да", и у нас осталось снова к. И к не оканчивается на гласную букву у или а, так что мы к ней прибавляем ою. Но к ою со временем превратилась в хою. Вот, вот такой принцип. А тогда, если вы хотите отвечать вот таким образом, ань Аню так Вот, вот эта вазовая форма прилагательного. Нет, маленькая. Как будет это на корейском вежливо, неофициальном стиле? Попробуем. Аню так аю. Аню так аю. Вот так. Вот такое предложение верно. Почему? Потому что так Сначала отбросим та, и у нас осталась основа так Цак. Эта основа оканчивается на гласную букву А. Так что к ней мы прибавляем АЮ. Так что ответ будет Аню ЦАГАЮ. Вот, легко и просто. А продолжим упражняться. Вот, тогда как можно спросить, госпожа Соня, у вас комната чистая? Виживание в официальном стиле, как будет а, на корейском. Попробуем. Суня си. Пани. кек -кэ Вот это базовая э, форма прилагательного. Вот. Тогда как можно спросить виживание в официальном стиле? Попробуем. Суня си. Пани. кек -кэ Вот, Вот такое предложение. Верно. Вот, я вам уже сказала, что окончание хада всегда превращается в ХЕЮ. как глаголы, так и м, прилагательные. Вот, вот, попробуем. Соня си пани Вот, вы уже спросили. И если я хочу ответить вот таким образом, аню, то есть нет, грязная, как это будет на корейском? Циобн это базовая форма прилагательного. Вы попробуйте. А ни ю тицаопун Вот так. Почему? Потому что гла... прилагательное циаубн оканчивается на хада, и хада всегда превращается в бежево непотенном свиней хейу. Вот. Легко и просто. Тогда, друзья, у нас остались два стиля общения. Это что? личный стиль и вежливо официальный стиль. Если вы хотите говорить друзьям или очень близким людям с использованием прилагательных, вы можете таким образом склонять прилагательные. Давайте вместе посмотрим. Сначала берем наши прилагательные. Когда, когда Здесь то же самое. последний слог та всего лишь окончание. Поэтому отбросим. И у нас остались основы так к та Так что к ним мы прибавляем а, о, йо. То же самое, как только без окончания я йо Вежливо неофициального стиля. Улавливаете? Да. Берем наши прилагательные. Так, та Сначала отбросим "та" и у нас осталась основа "так". Так, так. Основа. Если основа оканчивается на гласную букву "а", или "о", то мы к ней прибавляем окончание "а" без "ё", без последнего слога бежевого неофициального стиля ю, а мы просто прибавляем а. Так что маленькие, маленькая, маленькая, маленькие в просторичном стиле это будет тага тага Легко и просто. Давайте двинемся дальше. Тогда как будет на корейском бежли, э, просторичном стиле э, большой, большая, большое, большие? Вот, попробуем. То же самое, легко просто. Вы говорите, вы что сто раз повторяете, да? Ну на всякий случай я объясню, вот. А берем наши прилагательные к. Да, вот это базовая форма прилагательного и отбросим последний слог та, да", это всего лишь окончание, и у нас осталась основа к. К. И если, если последняя гласная, конечно, гласная не оканчивается на гласную букву А или У, мы к ней прибавляем окончание О. О. Так что большой, большая, большое, большие в просторительном стиле это КО. Ну, КО со временем превратилось в к КО. Вот, улавливайте. Давайте двинемся дальше. Тогда, друзья, Uh, как будет uh, «чистый», «чистая», «чистая», «чистые» в просторичном стиле на корейском? Вот, вы же догадали? Вот умницы. Вот, как корейские глаголы «кеккэт», «хата» в просторичном стиле превращаются в «кеккэтэ». Вот, «хата» всегда превращается в Хе, hey, вот, давайте двинемся дальше. Тогда вместе будем упражняться. Если вы хотите говорить, если вы хотите спросить, Соня, сегодня хорошая погода, погода хорошая в просторичном стиле. Допустим, мы с вами сейчас друзья. Тогда вы можете вот таким образом спросить. Вместе попробуем. Суня, дальсика, базовая форма прилагательного, чута. Вот хорошие. Вот как будет это на корейском веж... э, просторичном стиле, простите. Вот попробуй. Суня я, дальсика, чуа, СОНЯЯ, я, дальсика, чуа. Почему? Потому что базовая форма прилагательного это чуд-та. Хорошее. Но последний слог это всего лишь окончание, так что отбросим и у нас осталась основа прилагательного чот", чот", Вот. Но оканчивается на гласную букву о. Вот. Конечно, гласная это о. Так что к ней мы прибавляем а, а. Вот, улавливается легко и просто. Так что вопрос. Соня, сегодня хорошая погода? Соня, я. Тайсика -а. Вот, и ответ. Если вы хотите ответить, а, да, небо красивое. Как будет это на корейском? В красноречном стиле. Вот, это на корейском п 응. да вот это базовая форма прилагательного, так что в селе, как в на корейском. Вместе попробуем. да это базовая форма, то есть словарная форма прилагательного, так что сначала отбросим та, и у нас осталась а, основа прилагательного – яппы. ЕП yep, и, и, и эта основа не оканчивается на гласную букву У или А. Так что, что, какое окончание мы прибавляем? Да, О, oh. О. Oh. Вот, попробуем. Так что, красивые, красивая, красивая, красивые в просторечном стиле. Это на корейском будет ЕП. Yep. ЕПО. ЕПО. Но со временем ЕПО превратилось, стало ЕПО. Тоже для удобного произношения. ЕПО, 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 ЕПО. Вы сами попробуйте быстро говорить ЕПО. Вот. Вот. Запомните, сейчас только ЕПО используется в просторительном стиле. Вот. Итак, дорогие друзья, какой стиль общения у нас остался? Да умницы, только вежливо официальности. А если вы хотите говорить или спросить вежливо и официально с использованием прилагательных, вы можете вот таким образом склонять прилагательные. Вот, только, друзья, здесь а, принцип немножко другой, поэтому прошу вашего внимания. Вот, а сейчас объясню. Если основа прилагательного оканчивается на бачи, то мы к ней прибавляем снида а если основа прилагательного не оканчивается на БАЧИМ, то мы к ней прибавляем пьемнита пьемнита. Легко и просто. А давайте берем наши прилагательные базовые формы прилагательных. А, Во-первых, цакта Вот здесь тоже отбросим окончание та. Да", всего лишь последний слог. Та <laughs> отбросим, и у нас осталась основа корен э, прилагательного цак, так И основа оканчивается на БАТЧИМ. Так что, какое окончание мы прибавляем? Сымнида. Так что, маленькие, маленькая, маленькая, маленькие. Вежливо официальном стиле. Как вы на корейском? 작습니다, 작습니다, легко и просто. Вот а, тогда берем другой прилагательное да, когда, Вот. А, сначала отпросим окончание, да, последний слог да, и у нас осталась основа к, к, да, и к оканчивается не на бачи". Так что что мы прибавляем? пьет да Так что большое, 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 большие вежливо официальном стиле, как бы на корейском. Кмнида. да Вот. Э, продолжим упражняться. Тогда кекетада. да, Как бы на корейском вежливо официальном стиле. Вот. Попробуем. Сначала отбросим окончание та, и у нас осталась основа 깨끗하. Вот. 깨끗하. Основа не оканчивается на водчим. так что какое окончание мы прибавляем? -им. Неда. Так что чистое, 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 чистое. Это на корейском, вежливо официальном стиле. 깨끗합니다. 깨끗합니다. Легко и просто. Тогда давайте будем упражняться. А, друзья, если вы хотите спросить вежливо и официально, госпожа Соня, у вас а, комната большая? Это как будет на корейском? Вместе попробуем. Соня, си, паги, кда. Вот это а, инфинитив, так что вежливо официально, как вы можете спросить. Да. Соня, си, Пани кмника. Вот так. Умницы. Вот. Тогда ответ будет Анию 작다 Вот, вот это базовая форма прилагательного. Так что вежливо официально в стиле, как будет это на корейском. Вот. Анию. Так, да, вот так, умница. Тогда, друзья, если вы хотите спросить вежливо и официально, госпожа Соня, сегодня хорошая погода. Как будет это на корейском? Попробуем. На доске все написано, кроме прилагательного. Соня, си, дай сика, чута. Вот. Как будет это вежливо? официальном стиле. Вместе попробуем. Соня си. Дальше-ка. Вот такой вариант верно. Почему? Потому что чута сначала отбросим та, и у нас осталась основа чуд". Но чут оканчивается на бачим. Так что мы к ней прибавляем. Сымника. Сымника. Так что Госпожа Суня, сегодня хорошая погода, это вежливо официальное селение. Суня Си, дальше как -ка, будет, верно? Тогда, если вы хотите отвечать, нет, э, плохая, плохая, это как будет на корейском? Вежливо официальном селение. вместе попробуем. Анью, да, да, вот это базовая форма, словарная форма прилагательного. И сначала отбросим окончание да, последний слух да, и у нас осталась основа да п, да п, да. Основа не оканчивается на «бад-чим», так что что мы прибавляем? Да, пим ни да, пим -ни, -да", ни да. Так что нет, плохая. Это на корейском. Аню, да пим Аню, а не, да, помни, да, вот такой вариант верный. Итак, друзья, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, ли вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что целую, до ванная, Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube "Самый быстрый способ изучения корейского языка". С вами учитель корейского языка. Соня, 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 소냐입니다. В этом видео мы с вами будем узнать вас, как соединить именно существительное в корейском языке. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей корейки, то не переключайте и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. Соня си 네, итак друзья вы видели тогда посмотрите пожалуйста на эти два предложения пульпениаю я и эти два предложения на русский переводится как у вас есть ручка у вас есть карандаш соответственно Тогда, друзья, как можно соединить эти два предложения? То есть, как можно спросить одновременно? У вас есть ручка и карандаш, вот так. Это будет на корейском. 있어요? янпирисою. 연필 있어요? будет. Как вы видели, мы использовали окончание хаку. Хаку. Хаку используется, когда мы перечисляем предметы или людей или когда мы передаем значение совместимости предметов или людей. Улавливайте, на самом деле, окончание хаку имеет аналогичное значение, что и предлог с или и в русском языке. А, только, друзья, здесь с маленькой тонкости. Окончание хаку чаще используется в разговорной речи, то есть в устном стиле речи. А в письменном стиле речи... Используется другое окончание, но потом пройдем. Сначала привыкнем к окончанию «хаку». Договорились? Итак, поехали. Тогда э, э, как можно использовать окончание хагу? Окончание «хаку» присоединяется к словам, то есть именно в существительном. Вот. А, так что, если вы хотите сказать «Россия и Казахстан», как будет это на корейском? Это так легко и просто. А Россия, вы уже знаете, это будет Россия. -а. Если вы не помните, я под видео оставила ссылки видео, вы можете посмотреть. Россия. -а. а Казахстан? Казахстан. Казахстан. Вот, тогда Россия и Казахстан, как будет на корейском? Вот. Россия -а хагу Казахстан. Россия -а хагу Казахстан так просто, ребята. Улавливайте. Тогда, друзья, как можно сказать BTS и Blackpink? Это будет на корейском. BTS Black Blackpink. BTS Black Blackpink. Улавливайте. Тогда, друзья, как можно сказать о суббота и воскресенье? Суббота и воскресенье это на корейском. Тойоиль хагу, ирёэль тойой рагу, ирёэль так просто тогда а, максим максим и света как будет на корейском? это на корейском максим хагу света максим хагу света света на корейском А тогда кофе и вода как, как можно сказать это на корейском? так просто кофе хагу Буль. Копи хаку буль. Так просто. Улавливайте. Тогда продолжим упражняться. Тогда, друзья, а как можно говорить, у меня есть время в субботу и воскресенье? Так легко и просто. Вместе попробуй. Тойюйл и ирюйре сигани иссо. сигани иссо. Будет. Это уже в просторичном стиле. Вы можете вот таким образом говорить друзьям или очень близким людям. Ловливайте! А здесь почему данных нет? Потому что в корейском языке подлежащие, особенно я часто сокращается. Мы уже прошли. Вот. А тогда, друзья, как можно сказать, я люблю ВТС и Blackpink. Это предложение на корейском будет. Вместе попробуем. Тонен, плек пинкеры, будет. А, или вы можете вот таким образом говорить, пяти плек просто так. Легко и просто. Улавливайте. Умница, я просто вас а, Тогда, друзья, как можно сказать, МАКСИМ и света живут в России. Это предложение на корейском будет Паксим Хаку Сыпетанин Сараю уже в вежливо неофициальном стиле. Да, вы Да, я верю. Максима Госпетанин. Россия и Сараю. Так просто. А тогда, друзья, как можно сказать, я пью кофе и воду вежливо неофициальном стиле? Это будет на корейском. Копигагу бурыбачаю. Копиагу бурыбачаю будет. Улавливайте. Вы умницы! я просто вас А Тогда, друзья, так как вы все поняли, я вам расскажу больше. На самом деле, окончание хаку часто используется со словами хати или хамке, которые означают вместе. Если вы прибавляете катси или хамке к окончанию хаку, то вы можете выразить вместе с чем? Вместе с кем? На корейском. Давайте посмотрим примеры. Если вы хотите сказать, я со своей собакой гуляю, это предложение на корейском будет. Или вы можете вот таким образом говорить?

Вот, улавливайте, так просто. А тогда, друзья, это уже мечта. А как можно говорить это предложение? Я с господином Чонгук, господином Чунгук пою. Это предложение на корейском будет. Тонен. Чонгук си хаку Или вы можете вот таким образом говорить. Без тонен. Вот так. Улавливайте. Так просто. Итак, друзья, тогда на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую. До аня! Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube «Самый быстрый способ изучения корейского языка». С вами учитель корейского языка Соня. 안녕하세요. 한국어를 배우는 가장 빠른 방법. 한국어 선생님 소니아입니다. Как и на прошлом уроке, так и на этом уроке мы будем узнавать, как соединить имена существительные в корейском языке. Так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайтесь и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. 소녀씨 물이랑 주스 있어요? 네. 주스랑 물 있어요. 소냐 씨 물과 주스 있어요? 네. 주스와 물 있어요. Итак, друзья, вы видели? Тогда сначала посмотрим на эти окончания. -랑 이랑. -랑 이랑. тоже употребляются, когда мы перечисляем предметы или людей, или когда мы передаем значение совместимости предметов или людей. Да, как вы уже догадали, имеют то же значение, что и окончание «хаку». Да, иными словами, ланг и ран имеют аналогичное значение, что и предлог с или союз и в русском языке. Улавливайте! Да, легко и просто. И ланг иран тоже чаще употребляются в устной речи, то есть в разговорной речи. В письменном стиле речи чаще употребляются другое окончание, но другое окончание попозже пройдем, сначала привыкнем к окончанию ланг иран. Да. А ланг иран тоже, конечно, присоединяются к словам или, то есть, именам существительным. Тогда вы можете вот таким образом спросить, когда можно использовать ранг, когда можно использовать иран. Вроде бы не они похожи. Да, друзья, очень просто. Если слово, то есть имя существительное, оканчивается на БАЧИМ, то мы прибавляем, мы к ним прибавляем иран. Иран. Вот. Если, допустим, если вы хотите сказать вода и сок. Тогда сюда здесь мы пишем иран. Почему? Потому что вода, бур, это на корейском, оканчивается, это слово оканчивается на подчим. Так что здесь мы пишем иран. Так что вода и сок это на корейском. Буриран, чуссы. Буриран, чуссы. Так просто улавливайте. Тогда, друзья, немножко поменяем порядок слов. Тогда, если слово, то есть имя существительное, не оканчивается на подчим, то мы к ним прибавляем. Какое окончание? Выберите. У нас только два варианта. Ланг <свят> <свят> и ран. Да. Вот вы умница! Как вы догадались? Я просто восхищаюсь. Вы просто бомба. Да. Если а слово не оказывается на ба-чи, то мы к ним прибавляем лан. Так что сок и вода это на корейском чусыран буль. Чусыран буль. Так просто улавливайте. Тогда, друзья, давайте будем упражняться. Друзья, как можно говорить Россия и Казахстан с использованием этих окончаний? Попробуем. Россия – это Россия. Оканчивается не на бочим. Так что к ним что мы прибавляем к слову? К слову Россия. Что мы прибавляем? Какое окончание мы прибавляем? Да, умницы. Ран. Россия РАНГ Казахстан. Россия и Казахстан это Россия РАНГ Казахстан. Тогда, друзья, Немножко поменяем порядок слов. Тогда как будет на корейском Казахстан и Россия? Вот, вот, тепло уже, да. Казахстан, Иран, Россия. Казахстан, Иран, Россия. Почему здесь Иран? Потому что э, слово Казахстан оканчивается на бачим. Вот, улавливается? Легко и просто. А тогда, ребята... Как можно сказать ä, суббота и воскресенье с использованием этих окончаний? Вот попробуй. Туюир и ранг. Вот почему? Потому что Туюир оканчивается на Бачим. Давайте двинемся дальше. А так-то, друзья, как можно сказать ВТС и Блекпинг? Попробуй. ПТС и ранг. Почему слово S не оканчивается на БАЧИМ, так что ЛЯНГ мы прибавляем? Улавливаете? Тогда, друзья, как можно сказать МАКСИМ И СВЕТА? Это будет на корейском. МАКСИМ И РАНГ СВЕТА. Почему? Потому что МАКСИМ, слово МАКСИМ, не окан... а, оканчивается на БАЧИМ, так что мы что прибавляем? Иран. Максим Иран. Света. Тогда, друзья, как можно сказать кофе и вода? Это будет на корейском. Копиран. буль. Копиран. буль. Улавливайте, тогда продолжим упражняться. Друзья, как можно говорить, мы со старшим братом любим ДТС? Это тоже легко и просто. Чоран. BTS를 좋아해요. 저 это я. Вежливо, не официальном или вежливо официальном стиле. Да, вы уже знаете. И упа это старший брат. Так что мы со старшим братом не упим. Любим... ВТС это на корейском. Соран упанин BTS рецуаю. Соран упанин BTS рецуаю будет. Ловливайте, like так просто. Тогда, друзья, как можно сказать господин Чонгкок и господин Чимин корейцы? Это будет на корейском. Чонгкок си ранг, Чимин си Улавливайте. Да, попробуем. Три-четыре. Чонгкок си ранг, Чимин Тогда, друзья, как можно говорить «в субботу и воскресенье у меня есть время»? А, то есть, «у меня есть время в субботу и воскресенье»? Это будет на корейском? Тогда, друзья, как можно сказать «вот это яблоко и клубника»? Это будет на корейском? И Сакуаран тайкею будет лапливать это легко и просто. Давайте двинемся дальше. У нас остались окончания ва ква. Здесь то же самое. Окончания ва ква тоже употребляются при перечислении или передаче значения совместимости. И, конечно, присоединяются к словам, то есть именам существительным для смыслового соединения объектов. Только, друзья, окончания уа, ква чаще употребляются в письменном стиле речи по сравнению с разговорной речи. Улавливайте? Так просто. Тогда вы можете спросить у меня, когда мы можем прибавлять уа, когда мы прибавлять ква. Так просто. Здесь тоже внимание. Если есть слово, то есть имя существительное оканчивается на бочи, то к ним мы прибавляем ква. Вот, улавливайте. Давайте берем наши слова вода и сок. Попробуем с использованием этих окончаний. Да. Булькуа почему здесь мы пишем хуа? потому что слово вода буль оканчивается на бачим так что мы какое окончание добавили да умницы ка булка тогда давайте поменяем порядок слов а, тогда друзья если слово оканчивается не на бачим то к ним что мы прибавляем вы же догадали? Да, умница. Уа, уа. Так что сок и вода, это на корейском будет чуссыла-буль. Чусыла буль. Почему? Потому что слово чуссы, сок оканчивается не на ватче. Улавливайте. А давайте будем упражняться. Тогда а как будем на, на корейском России Казахстан? А... В письменном стиле речи. Попробуем. Россия, ва, Казахстан. Почему? Потому что слово Россия, Россия, оканчивается не на бочим. Тогда, друзья, как можно сказать с использованием этих окончаний кофе и вода? Копива буль. Копива буль. Uh, тогда, друзья, как можно сказать суббота и воскресенье с использованием этих окончаний? тую ирюиль. и ирюиль. Так просто. Почему? Потому что слово тойоиль оканчивается на подчем. Так что какое окончание мы прибавляем? Из уаква. Ква. Тойоилька Так просто, ребята, да? Тогда uh, ВТС и Black с использованием этих окончаний PTSUA Blackpink Максим Света Максимгуа света. Так просто продолжим упражняться. Тогда как можно сказать, мы со старшим братом любим ВТС с использованием этих окончаний? Попро попробуем. 저와 오빠는 BTS를 좋아해요. 저와 오빠는 BTS를 좋아해요. 땅다두르 각본사가 사 중국 이 지민 가리 е 이스포일러 많이 국 씨와 지민 씨는 한국인이에요. Улавливаете? Так просто. Тогда у меня есть время в субботу и воскресенье с использованием этих окончаний. Попробуем. Тогда а, вот это яблоко и клубника это будет на корейском. Икон. Влавливайте? Так просто. Так как вы уже все поняли, я вам расскажу больше. Здесь аналогичный принцип с окончанием хаго применяется. Это что? А, окончание ва ква лянг-иран часто используется со словами кати или хамке, которые означают вместе на русском. Вот. Если вы прибавляете кати или хамке к окончанию лан и ран или «уа-ква», то мы можем выразить вместе с чем, вместе с кем на корейском. Давайте посмотрим примеры. Например, если вы хотите сказать я со своей собакой гуляю с использованием окончаний, которые мы сегодня прошли. Попробуем вежливо неофициальном стиле. Тонен. Тогда как можно сказать, госпожа Соня uh, есть печенье с кофе? Это будет на корейском. Соня синен. Будет. Тогда, друзья, как можно сказать, uh, мы с господином Чонгук поем это будет на корейском. Тонгук сива будет. Улавливайте так легко и просто. Итак, друзья, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую! Туманнео! Аннянг! Всем привет! Вы попали на мой канал YouTube Самый быстрый способ изучения корейского языка С вами учитель корейского языка Соня 안녕하세요! 한국어를 배우는 가장 빠른 방법 한국어 선생님 Суня입니다. В этом видео мы с вами будем проходить форумы прошедшего времени глагола или прилагательного вежливо неофициальном и просторечном стиле так что, если вы хотите научиться говорить по-корейски грамотно, красиво у настоящей кореянки, то не переключайтесь и оставайтесь со мной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим на сегодняшнюю грамматику. Соня Си, оже бухе со, Итак, друзья, вы видели? Тогда давайте сначала посмотрим, как образоваться формы прошедшего времени в вежливо неофициальном стиле. Если вы хотите поставить глаголь или прилагательное прошедшее время и хотите говорить вежливо и неофициально, вы можете вот таким образом спрягать глаголь или прилагательное. Вот. Сначала берем наши знакомые базовые формы прилагательного и глаголов. Ундунгада. Вот, помните? Да, эти слова, соответственно, переводятся как маленький. Помните? Есть, кушать и заниматься спортом. Да, мы уже прошли. Вот, и вы помните, в базовых формах корейского глагола или прилагательного последний слог, да, это всего лишь окончание и всегда меняется. И ЦАК, бог, ундунга, которые находятся перед слогом та, они основы слов не меняются. Помните? Вот умницы. Так что для образования формы прошедшего времени в вежливо неофициальном стиле, конечно, отпросим последний слог та, и у нас остались основы цак, бог, ундунга. И потом к этим основам прибавляем окончание Осою, осою, хесою. Вот все, урок закончился, до свидания. Вот, очень просто. Тогда вы можете сразу спросить меня, в каких случаях прибавляется окончание осою, в каких осою, в каких хесою. Я сейчас отвечу. Вот, очень просто. Uh, я верю в то, что вы уже можете догадаться. Вот. Uh, если основа слов оканчивается на гласную букву А или У, У или А, то к ней мы прибавляем окончание АССОЮ. Вот. Uh, берем наше прилагательное цакта, маленький. Под, uh, сначала отпросим последний слог ТА, и у нас осталась основа так, вот. А, в основе, конечно, гласная это А. То есть оканчивается на гласную букву А. Так что какое окончание мы прибавляем? Вот умницы. Асою. Асою. Так что был маленьким, было маленькой, было маленьким. И были маленькими, это на крейском... Да. Tagasю. Вот так. Улавливайте? Так просто. Давайте двинемся дальше. Тогда, друзья, а в каких случаях прибавляется окончание осою? Осою? Это тоже просто? Вот. Если основа слов не оканчивается на гласную букву У или А, то мы к ней прибавляем окончание осою в форме прошедшего времени. Вот. А, например, берем наш глаголь бокта, кушать, есть. Вот. Сначала отпросим последний слог та, и у нас осталась основа слов. Основа слов. Вот. Бок. Вот. И в ней последняя гласная, конечно, гласная это о. То есть не оканчивается на гласную букву у или а. Так что, какое окончание мы прибавляем? Да, вот умница, вы просто гений. Да, осою, осою. Так что, ель, ела, елу, э, ели. <су> Это на корейском? Да. Вежливо не в стиле, дорогие друзья? Да. Бого сою. Бо сою. Вот так. Легко и просто. Улавливаете? Тогда давайте двинемся дальше. Тогда, друзья, в каких случаях используется окончание хесаю? Хесаю. Вот. А, Но ну, вы знаете, здесь я вам хочу просто рекомендовать, просто запомнить хада, базовая форма прилагательного или глагола хада всегда превращается в хесаю, вежливо, неапецанном стиле в форме прошедшего времени. Вот. Так что ундон хада заниматься спортом в форме прошедшего времени это ундон Но все-таки если сказать почему, здесь такой принцип применяется. У нас глаголь заниматься спортом. Ундун Вот. А сначала отпросим последний слог та, и у нас осталась основа ундун ха но на самом деле к ней традиционно прибавлялось окончание я, саю", я саю". Вот. Так что раньше занимайся, занималась, занималась, занимались спортом. Это на корейском было ундунхаясаю, Но здесь хайот со временем превратилась в хед. Но мне кажется, это вам трудно запомнить, поэтому я вам рекомендую просто запомнить хада всегда превращается в хэсою. Вот, улавливайте, договорились. Итак, давайте будем упражняться. Итак, друзья, у нас есть такое прилагательное хорошее. Это на корейском чута, чута. Это уже базовая форма, словарная форма прилагательного. Так что, как можно поставить его прошедшее время. <laughs> вот. А, попробуем. Сначала отпросим последний слог та, и у нас осталась основа чот. чот". Вот. А, эта основа оканчивается на гласную букву у. У. Вот. Так что какое окончание мы прибавляем? Вот умница. Асою. Так что был хорошим, было хорошее», было хорошим, были хорошими. Это на корейском. Чуасаю, чуасаю. Вот так. Улавливайте. Так просто. Давайте двинемся дальше. Тогда берем наш глагол када. Када. Идти, ехать. Вот, помните? Вот. А, тогда как можно поставить его прошедшее время? Попробуй. Сначала отпросим последний слог та, и у нас осталась основа ка. Вот. Эта основа оканчивается на гласную букву а. Я вам уже сказала, что если основа слов оканчивается на э, гласную букву а или у, какое окончание мы прибавляем? Вот, умницы. Асою, асою. Так что ШОЛЬ, шла, шло, шли или еха, ехала, ехалу, ехали. <laughs> Я уже путаю. Вот. Это на корейском. ка-сою. -so так что каасою, каасою. -so -so Но сою -so со временем превратилась в косою. -so Почему? Потому что для удобного произношения. Вы сами сейчас попробуйте быстро говорить. Вот. Кассою, 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 кассою. Вот, улавливайте. Вот, так просто. Давайте двинемся дальше. А, тогда, друзья, как можно говорить был большим, было большой и было большим, были большими. Для меня трудно, понимаете? Я иностранка же. Вот. Так, как можно говорить это на корейском? Вместе попробуем. Сначала отпросим последний слог та, и у нас осталась основа к. Вот. Основа к оканчивается на гласную букву у или а. В ней последняя гласная это у или а. Нет. Тогда какое окончание мы прибавляем? Вот умницы. Осаю. Осаю. Вот. Так что... Когда в форме прошедшего времени это на корейском кросою. косаю. Ну вы знаете, это косою тоже со временем превратилось в косаю. Почему? Потому что для удобного произношения. Вот попробуем. Косаю, косаю сначала медленно. Косаю, косаю, косою. Вот, быстро. Так говорится. Только сейчас говорится костою Так что запомните. Итак, продолжим упражняться. Тогда, друзья, как можно говорить «вчера была хорошая погода» на корейском? Вместе попробуем. Оденен дайсика чуасаю Вот, улавливайте. Вот, умницы. Давайте двинемся дальше. А тогда, допустим, кто-то меня угощает и спрашивает: Соня, было вкусно? И я хочу ответить: Да, и да, было вкусно. Как это на корейском? Попробуй. Умсики, и да, было вкусно. Было вкусно, как можно говорить? Басита это вкусный. Вот. БАСИТ со Вот так. Почему? Потому что э, сначала БАСИТ ТА, да", отпросим последний слог ТА, да", и у нас осталась основа БАСИТ. БАСИТ. Вот. И основа оканчивается на гласную букву И. Так что, какое окончание мы прибавляем? Вот умницы, сою. Так что, и да, было вкусно это. Вежливо, либо не в этом селе. Вот. Базис со УМСИКИ Мсикей, СО Вот так улавливайте. Давайте отменимся дальше. Тогда, друзья, как можно говорить о госпожа Соня, шла на вечеринку. Пошла на вечеринку. Это на корейском. Соня синий. Поте. Касаю. Соня Синен Патье Касаю. Вот так, улавливайте. Тогда давайте двинемся дальше. А, друзья, как можно говорить, господин Михай, занимай, занимайся спортом а, на выходных? Вот. Это предложение на корейском. Михай Синен Чумаре Ундун. 했어요. Пиаисинен чумаре ундунге сою. Почему? Потому что я вам уже сказала, что хада всегда превращается в хесою в форме прошедшего времени. Вот, улавливайте. Так что, а, господин Михай, занимайся спортом на выходных. Как это на корейском? Да, умница. Бихайсинен чумаре ундунге сою. Вот, улавливайте. Тогда а давайте двинемся дальше. Тогда, друзья, я вам хочу напомнить, что в корейском языке, помимо вежливо неофициального стиля, два стиля общения часто используются. Это что, дорогие друзья мои, умницы? Да, просторечности и вежливо официальный стиль. На этом уроке сначала пройдем просторечности, на, на следующем уроке вежливо официальный стиль. Вот, договорились? Итак, поехали! Uh, если вы общаетесь с друзьями или очень близкими людьми, вы можете вот таким образом образовать формы прошедшего времени. Вот. Uh, сначала берем наши прилагательные и глаголы цакта, бокта, Здесь в принципе аналогичный принцип применяется, так что uh, сначала отпросим последний слух, и у нас остались основы цак-бок. Вот. И потом к этим основам прибавляем асо, осо, Вот. Без последнего слога вежливо неофициального стиля ю. Вот. Остальные правила не отличаются от правил вежливо неофициального стиля. Улавливайте. Вот. Давайте будем упражняться. Тогда, друзья, как можно спросить, чем ты занимаешься или занималась вчера? Это на корейском вместе попробуем. О -во -ха -да". Вот. Хата это делать. Так что. оте бохада В просторечном стиле. Как можно спросить, чем ты занимаешься, ты занималась вчера? Вот. Попробуем. Оте Во со Будет. Почему? Потому что. Хата. -да всегда превращается в Хесо so, в просторечном стиле, без последнего слога вежливо официального стиля ю. Так что, чем ты занимаешься или занимал вас вчера, это на корейском Оде Богесо. Оде будет. Улавливайте. Тогда, друзья, если вы хотите ответить о просторечном стиле я отдохнул или отдохнула дома. Это будет на корейском. Тибесо. So, дома. ШИДА. Вот это вазовая форма глагола. Так что сначала отпросим последний слог ТА. И у нас осталась основа ШИ. Вот. А, в ней последняя гласная, конечно, гласная У или А. Нет, дорогие друзья. Тогда какое окончание мы прибавляем? Просто просторечном селе. Вот. ОССО. Без последнего слога ЙО. не неофициального селя. Вот. Улавливайте. Так что... Я отдохнул или отдохнула дома. Это на корейском. Тебе со шьёсо. Тебе со будет. Лавливайте, вот умницы. Тогда продолжим упражняться. Я вас спрошу, чем ты занимаешься или занималась вчера. Вот. О, бохесо. Оце со И вы хотите ответить? смотрел или смотрела фильм с другом. Вот. Тогда это предложение на корейском будет Цингуран Пуда. Вот это базовая словарная форма глагола. Тогда как можно говорить о Пуда в форме прошедшего времени? В просторечном стиле. Попробуем. Сначала отпросим последний слог ТА, и у нас осталась основа ПУ. Вот, смотрите. Так, ПУ, основа слов, оканчивается на гласную букву У. Так что, какое окончание мы прибавляем? АССО. АССО. Без последнего слога вежливо неопытного стиля ЙО. АССО. Вот, улавливайте. Так что, Uh, я с другом смотрел или смотрела фильм. Это на корейском. Цингуран. Янгхуа пуасо. Йонхуа пуасо. Вот. Ну, пуасо со временем превратилось в пуасо. Вот, для удобного произношения. Цингуран. Йонхуа пассо. Так что, цингуран, йонхуа -пу пуасо. Это предложение верно. Улавливается легко и просто. Тогда, друзья, на этом я заканчиваю. Так что, если вам понравилось общаться с этой корейской подругой, или вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поддержать меня лайком. Так что, целую, манаян.